Я бы, наверное, хотел начать с важности вообще Великой Отечественной войны для противника, для фашистской Германии, именно ленинградского направления. Для Гитлера это было ключевое. Помните известный вам план Барбаросса, где армия вермахта была поделена на три части. Непокоренная тема сегодняшнего разговора о важном в каждой городской школе. Педагоги говорят с ребятами о стойкости и мужестве ленинградцев, переживших блокаду. О героизме города на Неве и его жителей. Одиннадцатиклассникам 25-й Абаканской школы о патриотизме, о подвиге и боли, о цене жизни рассказал директор образовательного учреждения, учитель истории Шалико Беруашвили. Вместе с ним историю блокадного Ленинграда как символа неугасаемой силы духа старшеклассникам рассказал депутат Верховного Совета Олег Гавловский. Учителя рассказывают об этом по своей профессии. И нашей молодежи очень важно услышать это из уст людей других профессий, людей того поколения, чтобы они понимали, насколько это важно, насколько это необходимо помнить историю нашей страны и что эту историю помнит целое поколение и люди разных профессий. Классные часы, уроки мужества. На этой неделе все они посвящены 80-летию полного освобождения города на Неве от фашистской блокады. Она длилась 872 дня и ночи, унесла жизни почти 1,5 миллиона человек. Тематические занятия пройдут в образовательных учреждениях и библиотеках города. В них примут участие дети разного возраста. Непокоренные и непобедимые. Об их подвиге и героизме должны знать последующее поколение. Знать и гордиться.